Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Малорама. Здесь мы обсуждаем новости кино и шоу-биза. Сегодня у нас анонс к 11 серии сериала «Ветреный». Миран крадет Рэйян из-под носа семейства Шадоглу. Следом за ним Азад, находясь в гневе, идет в особняк Асланбеев. Он хочет выяснить, что случилось и почему Миран украл Рэйян. Ведь она его будущая жена, и Миран не имеет никакого права так делать. В порыве гнева он срывается на Ярен, беря ее за горло. Приходя в особняк Асланбеев, Азад решает украсть Гинуль, думая, что Мирану будет очень неприятно. Он также силой крадет Гинуль из рук Султан. Султан, как мать, которая будет оберегать свое дитя, идет в особняк Шадоглу и требует немедленно вернуть ей дочь. Хазар, узнав, что его дочь Рэйян украл Миран, решает любыми способами выведать, где они находятся. Он решает, что лучшим решением будет пригрозить Фырату, чтобы тот рассказал, где Миран, но его план не срабатывает. Азизе тоже не остается в стороне, она как глава семьи Асланбеев решает сама пойти и забрать из рук семьи Шадоглу свою внучку Гинуль. В ответ Хазар угрожает Азизе, он хочет, чтобы его дочь была цела и невредима, иначе Гинуль они не отдадут. Миран не оставляет попыток вернуть доверие Рэйян. Он готов любыми возможными и невозможными путями доказать ей свою любовь и верность. Цитата. «Я заставлю тебя поверить», — говорит Миран. «Во что?» — спрашивает Рэйян. «В Мирана». Еще у нас есть предположение, что Насух может быть причастен к тому, что Миран смог украсть Рэйян. Мы уже знаем, что в прошлой серии Насух решил убить Рэйян, выдав это за самоубийство. Так что вполне возможно, что он решил таким образом выиграть время и позволил Мирану украсть Рэйян. И заодно попробовать воплотить свой коварный план в действие. Такие действия Насуха помогли не состояться свадьбе Рэйян и Азата, ведь Насух против этого союза. В комментариях пишите свои мысли насчет Насуха, ведь это всего лишь наше предположение. Спасибо за внимание к нашему каналу, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и до встречи в следующих выпусках.